Дорогие друзья, мы российские члены экипажа Международной космической станции. Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. От всего сердца поздравляем вас с Днем России, самым важным праздником нашего государства. Это праздник тех, кто любит свою страну и испытывает гордость за нее. Тех, кто любит великую историю России. Любовь к родине – это то, что объединяет нас всех. Мы счастливы представлять нашу страну в космосе и работать на благо России. Любовь к своей стране должна быть деятельной, и от каждого из нас зависит, будет ли наша Россия успешной, удобной для жизни и процветающей. Из космоса отлично видно, как огромна и прекрасна наша Родина, которую населяют люди самых разных национальностей. Россия – это наш общий дом, который нужно уважать и беречь. Нам выпала честь родиться и жить в самой прекрасной стране на Земле. Будем помнить это и ценить. С праздником, друзья!